На этой неделе жителям Татарстана выпадет возможность увидеть парад планет. Об этом сообщил директор астрономической обсерватории имени Энгельгарта, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедев. Если говорить профессиональным языком, это тот момент, когда все планеты или часть планет выстраиваются с одной стороны от Солнца. Соответствующим образом, этот термин, он принят только в обиходе бытовом и у астрологов. На самом деле, следует сказать, что астрономы говорят, что это определенные конфигурации планет, то есть их положение относительно Земли и Солнца. Парад планет – это астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается на одной прямой от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере. Бывают парады планет малые, мини, средние, большие. Ну и вот сейчас парад планет считается практически максимальным. Что это означает? Это означает, какое количество планет Солнечной системы мы, разумеется, можем наблюдать с одной стороны от Солнца. Эксперты говорят, такое явление не представляет для науки никакого значения, кроме как статистического положения планет и возможности их наблюдать единовременно на небесной сфере. Никаких воздействий на людей, на нашу планету происходить не будет. Валерия Носкова, Универньюз.